Братья и сестры, здравствуйте. Подбрасываем пару мыслей, одну мысль, на самом деле, на сегодня. Что навсегда? Смерть или жизнь? То есть смерть на время, жизнь навсегда. Так говорит христианство. Материализм проклятый, паршивый, ничтожный, смрадный, говорит, жизнь чуть-чуть, смерть навсегда. Ну, исчез и нету, как бы. То есть смерть вовеки. Вот, а жизнь там, ну, чуть-чуть, там, побалуешь, там, побегаешь по кромке. Потом бух, оборвался, там, любезно, и все. Там, ну, ладно, все там будем. Вот. Что больше, что важнее? Христианство говорит, смерть чуть-чуть, жизнь навсегда. А материализм говорит, смерть навсегда. Это религия смерти. Материализм – это религия смерти. Вот, а жизнь чуть-чуть, ну, побалуемся. Такой, подумайте, что лучше. Что лучше вообще, выбирайте. Это хорошая вещь такая. До свидания.